Приветствую, с вами я, Наталья Горбенко, и сейчас я хочу поделиться с вами своим стихотворением «Люди судьбы». Оно очень коротенькое, всего 4 строчки, зато с настоящими ценностями и очень глубокое по сути. «Люди судьбы». Цените тех, с кем можно быть собой, без масок, недомолвок и амбиций, и берегите их, они вам посланы судьбой. Ведь в жизни вашей их всего лишь единицы. Любите и будьте любимы. Желаю вам быть счастливыми.